Роль популяризации науки сегодня обсудили на круглом столе в Государственном собрании Ултумен. Министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Михаил Присяжный отметил, что в последние годы становится больше желающих заниматься наукой. Растет количество заявок на разные гранты. Поступают предложения о выделении отдельных квот для молодых ученых из числа студентов. Между тем отмечается уход молодых исследователей и ученых в промышленные компании. Это прежде всего связывают с тем, что заработная плата работников науки невысокая, а сфера промышленности дает возможность реализовать проекты.